Станіславу Шабунєвському присвоїть звання «Ганаровий громадянин Гомеля». Такую ініціативу огучив старшиня облвиконкама Володимир Дворник у розмові со старшинею гомельського гарвиконкама Петром Кириченком. Пропанова підтримана і буде внесена на розгляд сесії гарсовета. Станіслав Шабунєвський – відомий білоруський архітектор, автор значної частки забудови Гомеля початку 20-го стагоддя. Станіслав Шабунєвський сам по себе є фігурою дуже великої величини. Его наследие и сама его жизнь, она очень неплохо отражает историю нашей страны в целом, нашего города в частности. Когда мы прибываем в каждый новый город, мы, туристы, мы хотим что-то увидеть новое, интересное, и восторгаемся Парижем, Лондоном, архитектурными особенностями Праги, Кракова. К сожалению, Гомель, в связи с тем, что были страшные войны, особенно последняя, Великая Отечественная война, имеет не так много памятников архитектуры, которые являются такими достаточно древними. И значительная часть того, что мы имеем, является непосредственно наследием Шабунєвського. Дарэчы, усяго звання ганаровы грамадзянін Гомеля удастоены больш як 30 чалавек. Першым з іх стаў граф Фёдар Паскевіч.